А если бы из того, что вы сделали, сочинили, исполнили, надо было бы один альбом выбрать, вот вы бы не смогли остановиться? Я просто не стал бы этого делать. О чем? Дело все в том, что у меня, по самым скромным подсчетам, где-то, может быть, 25-30 альбомов, ну, которые выпущены там на 15 компакт-дисках, там по два альбома на диск. Да. И на сегодняшний день они не были никогда, как сказать, раскручены, что ли, или навязаны аудитории. Посему сложилось, может быть, впечатление, что я как-то тут пошутил. У Градского всего два хита. Один первый тайм, а второй как молоды мы были. Это очень смешно. Я хохотал просто, не могу как. Не могу. Поэтому, ну, хотя у меня есть, конечно, какие-то песни, которые более-менее известны, там, может быть, штук 10, но это песни, а работы, как таковые, вот Набоковская работа. Ностальгия. Ностальгия, на Маяковского стихи, там, на Пастернака, русские песни. Это все компакт-диски. Которые... Саша Черный. Саша Черный, которые до сих пор продаются, что самое интересное. Есть люди, меломаны, которым нравится вот это вот купить, принести домой. А почему? Это слишком, объяснение какое-то, это слишком сложно для массового потребителя? Нет, это не было навязано. То есть это не было навязано и не было нагнетаемо. Ничего там особо сложного нет. Просто, когда ты находишься в какой-то связи... О, Господи, ну сейчас опять про шоу-бизнес. Ну куда же? Ну у нас там тысячи человек, повязанных друг с другом. Это как в нашей футбольной премьер-лиге. Об этом мне легче сказать. Я на премьер-лиге могу перекинуть все это на музыку. Премьер-лиге, вы замечаете, что никто особо друг друга не поливает. Как-то все так очень толерантно. Кто-то сыграл плохо, кто-то там что-то там не то сделал, поставил не того игрока, купил не того игрока. И все как-то мило, все как-то очень хорошо. Ну вот у нас какой-то вот есть общий... бизнес. Вот мы занимаемся футболом, наша задача привлечь людей на стадион. Как мы там играем, что нам через пень-колоду, а потом нас все дерут подряд, и в Европе, и в мире, как хотят, с нами разбираются. Это как бы уже потом. А вот сейчас надо вот это сделать. То же самое в музыке. Есть недомузыканты, недопродюсеры, недокомпозиторы, недопоэты, недовокалисты. И журналисты, достаточно профессиональные, телевизионные и журналисты с массовой информацией и интернета, которые живут в своем мире, в мире мифологии. И так как они все находятся в связи, в результате вот тот продукт, который они создают, и есть продукт, который доступен людям. Другого продукта нет. Ты можешь смотреть хоть 1000 голубых огоньков подряд. И в том, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в седьмом будут одни и те же артисты. 40-50 человек. Проблема в одном. Проблемы есть. Они уже старые все. Типа как я. Им всем под 70, под 60. Более того, интересно другое. Я-то еще пою. А они даже не поют. И это интересно. Посему я и говорю, что это альтернатива. Здесь молодые люди. 20, от 20 до 30. И они обалденно поют по-настоящему.